Шум спецтехники, запах свежего асфальта. С самого утра на улице Новоспортивная кипит работа. Идет обновление асфальтобетонного покрытия. Здесь заменят порядка 10 тысяч квадратных метров. Это один из основных участков по загруженности. Поэтому здесь работы ведутся максимально оперативно. Движение, в принципе, регулируется максимально адекватно. Поэтому загруженность, как таковая, небольшая сейчас. Ремонт начался 10 дней назад и должен завершиться до конца текущей недели. Погода позволяет придерживаться сроков. После укладки предстоит проверка асфальта на соответствие дорожным стандартам. От его качества зависит не только срок эксплуатации проезжей части, но и безопасность дорожного движения. Через несколько дней будут проведены контрольные измерения, лабораторные будут испытания, отобраны керны, в лабораторных условиях испытаны. И в случае, если толщина и физико-механические свойства асфальтобетонного покрытия будут соответствовать требованиям, то, соответственно, будем считать эту работу выполненной. Процесс укладки нареканий не вызвал. В рамках реализации проекта «Безопасные дороги» качество работ на участке проконтролировал депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Голубков. Парламентарий оценил уже восстановленный тротуар. Всего в этом году будет отремонтировано 11 километров дорог. И вот здесь вот уже работа подходит к концу. И буквально через несколько дней уже будет открыто полноценное движение, уложен асфальт, транспорт сможет беспрепятственно перемещаться. Скоро дорожники перейдут на другие улицы Одинцова. В 2020 году в округе отремонтируют 11 участков дорог общей площадью около 90 тысяч квадратных метров. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».